Итак, друзья, всем привет! Теперь я на горе, на самой высокой горе. Конечно, путь сюда был нелегкий, на мотоцикле Урал, но, блин, он того стоит. Я вообще был готов на все, и к водным преградам, и вообще к чему-либо, чтобы сюда добраться. Но сюда мне получилось добраться только в объезд. Это 30 километров сюда, и будет объезд 30 обратно. Это просто пипец. Но оно того стоит. Мне жарко вообще, но здесь прохладненько. Несмотря на то, что у меня сейчас температура, сегодня утром еще болела голова очень сильно, да и она сейчас тоже болит. Как бы пофиг. Вообще место прикольное. Там хоть висит, табличка «Въезд запрещен», ребят. Но я все равно проехать решил. Потому что с чего вдруг? Потому что с чего вдруг там запретили въезд? Следы вот есть от мотиков, да, от великов, от автомобилей там колея. А тут я вдруг и не могу проехать. Это же вообще какая-то дикость. Фу. Визор затемненный у меня. Когда открываешь, уже плохо видно. Солнце попадает. Да, ветрище здесь вообще бешеное. Это просто что-то с чем-то. Вот, я сейчас нахожусь на самой высокой точке Ульяновской области. Это гора Арбугинская гора. Вообще классное место. Очень классное место. Фу, вообще мне дышать нечем. Вообще пофиг так, нормально. Я удивляюсь, как сюда на машинах еще люди рисковали заезжать. Это ж просто пипец. Это ж просто пипец, ребят. Как сюда умудрялись заезжать на автомобилях. Просто пипец. Блин, тут вот, блин, тут кроссовый мотик, блин, такой легенький бы. И вообще, просто на изи бы здесь покататься. Вообще. Ребята, смотрите. Смотрите, смотрите. Видим, вот эта вот речушка идет. И идет, короче, в большую. А там есть дорога, там была дорога осенью, да? И там можно было проехать на мотоцикле, на одиночке, там уже ездили. Если посмотреть то видео, можно увидеть. А сейчас, когда я ехал сюда, это вот там вот, недалеко вот от этой речушки, километров так 10, да? Я бы мог сюда проехать, но я не пересек речку, потому что речка была затоплена, и въезды были невозможны, так как был лед. Значит, это, как говорится, суждено было так проехать. Да, офигеть, здесь какая гора. Но я же спускаться не буду здесь, блин, в моей обуви. Это будет тяжко. Вообще, блин, прикольно, вообще, прям, да, ребята? Так, ну что, друзья, мы проедем. А, мужики проехали уже, вот пацаны. Так, ну что, давайте тогда попробуем потихонечку. Проедем. Вообще пипец, там что такое-то? Что-то я не понял. Вообще прям. Жара. Здорово, парни. А что, проезжали, да, уже? Нет, рано. Рано еще? А как перебраться-то на ту сторону? Ага. А проехать как там? Вообще есть там дорога? Нет дальше? Вот, на ту сторону. На ту сторону? Да.
деревянный. Не, он такой, уже давно гнил. Он такой щелевый. Да нет, он пиздец, провальчик, Урал тяжеленький, да. Ну а сколько тут глубины? Вот плохо заезда нету, конечно, вот этого. Не, я проезжал вот в том году здесь. Ну, только, блин, вот круга, так вот. Так, наверное, да. Ага. Где трактора или что там ездит? Вон накатан белый. Вот здесь прыгиваешь, вот так вот ездит. Здесь очень глубоко, вон там. Ага. Прямо нельзя. Нива утонула в прошлом году. Нива утонула? Нифига себе. Прямо они рванули вот здесь, где поуже. Вон там. А я в том году тоже здесь на десятки приезжали, на семерки вот там ребята я видел. Ездят летом, да. Просто он сейчас лишь заезд. Да, вообще пипец. Сейчас растает, сейчас придет. Ну, я лед долго будет таять. Лед долго тает. Не, ну я чувствую. А? Не, у меня такие же, как у тебя. Поменьше. Да я вот думаю. Рискнуть нет, думаю, не стоит рисковать. Я вот осенью проезжал, по подножке вот прям было. Чуть повыше даже, вот чуть-чуть. Сейчас больше воды, да. Да не, просто потом ноги мокрые будут. Но это да, да, тоже верно. Не, нахрен надо рисковать. Я сейчас попробую там объехать. Где-нибудь. Да, тут грязища одна вообще. Чернозем. Ладно, давайте, парни, удачи. Офигеть, ребята, офигеть. Там въезд очень плохой, там, блин, снег. Упасть очень легко. Просто на бок упал, блин, и все, считай. Весь промок, блин. А мне ехать как бы, у меня еще сегодня, блин, вообще. Ну все мы знаем то, что я люблю риски, да? Что я еще сегодня поехал, башка болела, я таблетку выпил. Температура, да пофиг, чуть-чуть, не, ну, не особо так принципиально, то, что температура у меня сейчас. А то, что если бы я сейчас поехал бы, блин, и не проехал бы, упал бы, это было бы вообще прям печалька, печалька, прям печаль. Итак, всем здорово, пацаки, пацаки, девацаки. Сегодня, короче, лютая покатушка на мотоцикле. На русском турендура, да? Это Урал, короче. Как он там? Герап и МЗ 108. Вот, лютейшая покатушка. Как видим, я без люльки, я без перчи. Сегодня жара плюс 26, на солнце под 30. Вот, я налегке с рюкзачком на спине. Вот, и мы, короче, едем с вами на самую высокую гору Ульяновской области. Смотрим до конца. Сразу говорю, смотрим до конца. Там что-то горит, это неизвестно, там что-то говорит. Ой, говорит, говорю. Горит, что-то горит. Нет, ну там что-то горит, это понятно. Но если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Поэтому мы не знаем, что это такое, что там горит. Настроение, пацаны, лютейшее.
настроение лютейшее стало только сейчас, когда я сел на моцик. Вот. А так у меня болела башка с утра, просто пипец. И была температура. Ну, я недолго думая, выпил таблеточку, подождал пару часиков, посидел, полежал, посмотрел видосики, сел на моцик, отцепил люлясик и поехал. Вот. Сейчас мы, ребятки, будет покатушка, ребята, жесткая. Смотрим до конца. Мы еще и красивая, как же красивая. Так, и теперь пару слов про мотоцикл Урал. Если честно, первый поворот, я думал, я сейчас навожу кирпичей на этой резине, на новой резине, на вот этой мягкой, которая петрошина, да, она лютейшая мягкая резина, такая шашечка, короче, кроссовая, вот. Просто пипец какой-нибудь, прям болтается лево-право, как змейка, да? Знаете, кто играл в Тетрис, в змейку, тот понимает, о чем я говорю. Вот, блин, ну это просто пипец. Я боюсь повороты вот теперь на Урале даже поворачивать. Это просто, ребят, вы бы знали, какой он просто невменяемый вообще. От слова вообще он невменяемый. Его колбасит вообще вот чуть-чуть неровность дороги. Вот, ну, так-то, в принципе, руль отпускаешь, он ровно идет, да. Но его колбасит просто, блин, повороты, джу-джу-джу-джу. Я по привычке стараюсь как бы немного наклонять, заваливать его, но это я делаю зря. Опасный, короче, опасный, надо привыкать. Никакой уверенности в поворотах у меня в сегодняшнем дне нет. Коротко про маршрут. Маршрут. Горная местность, вернее, съезжаем с трассы, потом горная местность. Нам нужно будет преодолеть речку, потом нужно будет преодолеть пару полей. Потом нужно будет съехать к берегу Волги, попытаться, там такой большой склон, и пробраться вдоль берега Волги, короче, на самую высокую гору. Так как другой дороги нет. Вот. Так что вот так вот, друзья. Вот так вот. Это такое начало. Тизер такой, да? Начало такое. Ну, нормально, друзья. Нормально, нормально. Все, чики-бам-бама! Бам-бам-бам, кипаса! Да? Как сказал бы Санек, бам-бам-бам, кипаса! Уральчик идет вообще вот нормально. Сейчас по GPS скорость где-то в районе 92-95, но уже меньше. Я еду за вот этим вот мусоровозом. Нифига там какой пожар. Ребят! Ребят, меня пробивает на эмоции, так что не надо там ничего писать, там, типа ты угораешь, как этот, я знаю. Меня просто пробивает на эмоции. Фига там горит. Как там в песенке? Гори, гори, ясно. Это, конечно, неуместно, неуместно, ребят. Блин, Уральчик на 9-й баре, вообще шикардосик просто. Я просто на такой резине, на кроссовой такой лютой резине не могу еще ехать. Он вообще, он мягкий. Вот можно прыгать, просто ехать и прыгать, блин. Это пипец, он мягкий, не то слово, блин. Офигеть, там пожарище. Надеюсь, никто на мосту не пойдет на обгон. Это у нас любители. У нас практически 95% нарушает правила движения. На мостах это прям все водители стараются обогнать на мосту. Хотя на мосту обгон запрещен. Ну, а им пофиг. Офигеть, там пожар. Кухня, кукушка. Кукушка. Кукушка, если ты меня смотришь, привет. Что-то вообще я угораю жестко. Нельзя так стебаться. Катушка будет долгая, друзья, я взял много батарей. Опа! Вот это поворот! Вот это подкинуло задницу, просто пипец как! Я реально, я боюсь, блин! Переднее колесо еще ничего себе ведет на дороге. А вот заднее, хоть там и давление вроде бы нормальное, оно прыгает как вот прям вообще, как мячик прыгает. Здесь тоже надо сбавить газу.
есть. После зимы тут вообще такие трамплины появились. Просто пипец. Вообще, прям, что-то мне страшно на Урале на одиночке по трассе ездить. На такой резине. На такой резине страшно ездить, ребята. Это вообще пипец. Я вам без шуток говорю. Вот честное слово, без шуток. На самом деле, прям вот, ну вот, блин, не знаю, как еще вам передать это. Блин, у меня же, я же еду, все. У меня как бы номерной знак открытый, документы я взял. Все, надо поосторожнее, я иначе забывать же. Офигеть. Сегодня погодка вообще улет. Погодка сегодня улет. Это третий день тепла у нас. Сегодня какое? 15 апреля, пацаны. Да, 15 или 14. Не, 15, по-моему. 15, да. Блин, у меня справа-то поворотника нету. Давай, давай, ладно. Вот вы вообще, вот вы чудаки, блин, а? Реально чудаки. Чудите жестко. Нету у меня справа поворотника. Они на люльке остались. Заправочка нам сегодня не понадобится. У меня полный бак бенза на эту лютую покатушку. Ну что там? Что там? Что там? Что там? Куда ты полез? Так, все, ребятки. Урочек так хорошо идет, блин, на одиночка-то прет. Одиночка прет, друзья, нормально. Мне, если честно, на одиночке, на такой хорошей резине, так-то нравится ездить. Но на планетке мне нравится больше ездить на одиночке. Объясняю по нескольким причинам. Потому что это иж-планета, это уже... Ну, просто первая причина просто из-за того, что это уже иж-планета. Это раз. Вторая причина. То, что он легкий. Маневренный. Очень легкий, очень маневренный. Его можно как велосипед. Это вторая причина. И третья причина, то, что он нюхает бензин. Он его не жрет, он его нюхает. Вот. Еще одна причина, то, что он не греется. И у него один цилиндр, который практически невозможно перегреть. Даже в плюс 35 по полям. Вот, и то, что если ты падаешь, ты как бы не ломаешь цилиндр в себе. Так, фару выключу-ка я. А то, блин, что-то это... Ну, что там? Что там, что там? Давай, братуха. На Урале, блин, вообще так непривычно, пипец. Пипец, я вот на Урале еду. Ну пипец, непривычно мне. Вообще тут движуха жесткая. И вообще, блин, вот предугадывать вот водители у нас на автомобилях вообще не умеют. Вот я вот сейчас хотел прям налево поехать, он уже сзади газу дает. Вообще просто пипец. Я же говорю, нужно придерживаться своему правилу. Как выжить мотоциклисту в сезоне? Это надо думать, то, что все вокруг, ребята, все, в том числе и я, когда еду на машине, это вообще все, ну, неадекватно. Вот. Нужно думать так, и только тогда ты сможешь выжить в сезоне. Так, друзья, давайте-ка я сейчас включусь вам попозже. Эту дорогу мы уже все прекрасно знаем. Я уже здесь ездил неоднократно. Go, 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 where you go, друзья? Лайкосик, пацаны.